Всем привет, с вами Скейт и Дэвти Джей. Всем привет. И мы продолжаем играть в Super Craft Bros. Так, все, я начал. О, отлично, здесь стрелы. А он за визор. О, визор, это опасно. Тут крипер, как ты, суицидник, меня пострелял и прыгнул вниз. Я не знаю, у него так лагает просто. О, я его скинул. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Двойной прыжок как-то опять сработал плохо. Ого. Ты тоже умер, и я сейчас умру. Меня аж зельями так неожиданно. Так, это ты, давай объединимся против... Да не, стоп, это я тут... Один крипер, ну, крипера, я думаю, попроще будет слить, потому что я такой дальнего боя персонаж. Он кидается. Они все кидают. Один упал. А ну, я посмотрю на себя, как я там выгляжу. А, я случайно упал. Прикольно. Так, о, вот этот. Пиу. Стоп, я глупец, я свалился сам. Я сейчас его буду стрелять. Ай, обстрел. Ну... По-моему, попал. Я ему только в колено, по-моему, попал или не попал, не знаю. Пока мне не прострелили колено. О, есть, попал. Ай, зельями, зараза, он упал. Ну, крипер, кстати, какой-то не очень такой персонаж. Не знаю, мне не очень понравился. Вот. Визор, я его хочу убить. О. Ты где? А, надо же выполнить ачивку. Стой. Я сейчас... Блин, прыжок. Ну... Все, в общем, у меня сейчас 2 жизни останется. Нет, 3, по-моему, жизни останется. Я попробую сейчас допрыгнуть до дракона, раз мне дали такую ачивку. Но, если честно, я думаю, что это невозможно. Это возможно. Возможно? Ну, скажу сразу просто, что это возможно. Так, ой, я его так прям запулю. Ай-яй-яй-яй-яй. Стой. Блин, не попадает. Вот какие-то лаги здесь. У меня экстремальная ситуация, что у меня остаются 2 жизни. Визор. Я не знаю, в кого-то, по-моему, попал. Я им зомби кинул. О, прикольно. Я думаю, откуда там зомби появился? Это ты кидаешь. А, ладно, я пошел пробовать прыгать. О, чуть-чуть. Крипер такой, знаешь, боевой. Да, крипер, кстати, хорошо держится. Вот я думаю, попроще будет слить. Ай, зомби. Я его недооценил его мощь. Ай, я... Не допрыгнул. Все. А, этот тут зомби Бенек... то на меня, то на него агрится. Тут весело. Я не знаю, у меня 2 жизни осталось. Давай еще раз попробую. О, зомби. Сейчас давай помогу тебе. О, я попал. Попал по нему и убил его. Так, у него осталась 1 жизнь. Давай. Это надо. Просто убить. Окей. О, я зомби. Черт. Он меня сейчас сольет. Мне это не надо. Подожди. Как-нибудь, не знаю, отзови его, что ли. Я попробую просто запрыгнуть на дракона. У него осталась 1 жизнь. Хочу выполнить ачивку. И у меня осталось. О! Есть. Ну, да что тут. Есть, запрыгнул. Все, ачивка выполнена. Achievement get! У меня, кстати, кто не знает, я чисто так для информации, я начинал свои летсплеи на Майнкрафте с ачивплея. Ну, понятно, то есть выполнял ачивки. Да. А, были и куда мне теперь лезть? Тут, может, какие-то бонусы дадут? Нет, Скитлс, ты там будешь сидеть, пока не выиграешь. А, ну я могу по тебе стрелять. А вот я не могу. Ну ты в этот раз выиграешь, я тебя уверяю. Потому что у меня осталась 1 жизнь. Ты еще так двигаешься? Ну я зря это сказал вообще, потому что, в принципе-то, я не должен был тебе... Я не достреливаю до тебя. Ты достреливаешь до меня. А вот смотри, сейчас куда прилетит. А я спрятался. Это я видел. Ладно, я пока по дракону побегаю. Нет, я могу умереть, если хочешь. Сколько у тебя жизни осталось? Ну, у меня осталась 1 жизнь всего. Давай, у меня тоже 1, я умру. И так будет, наверное, честно, потому что не хочу. Подожди, честно. У тебя осталось тут так же 1 жизнь, как у меня? Не, у тебя осталось 2 жизни. У меня 2. Сейчас я умру. Смотри. Ну, давай, честно, бой. Ну, сейчас напишут. Вот, видишь? Одна да, жизнь. Вообще, я тебе предлагал автопобеду, но ладно. Да нет, так нечестно, я не люблю так. Так, стой, ты как-то так странно. Я думал, ты уже падать собрался, а ты тут... Не, как тут, давай, без этого. О, давай. Черт. Нет. Так, ну-ка, иди сюда. Ну, давай. Нет, блин. Так, фух. Так, стой, а ну, пошел вон кактус. Как-то ты, не знаю, странно бегаешь. Стой. Кактус! Стой! Фух! Светл, стой! Я убью тебя, лоду! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, ты победил. Давай я за тобой прыгну. Чисто, да чтобы... Не надо. За другом в могилу. А ты, наверное, все равно победишь. Все, ты победил. К сожалению, я думаю, что на этом пора закончить. Нет, я думаю, давай еще один. И нет? Раз так бои быстро прошли. Давай еще один. Так, все быстро. Сейчас я на глазах упомянул. Вот, мушрум, смотри. А, по-моему, здесь и были, да? На мушрум. Или нет?
Ну, разве что одну Вот, игру еще. иди ко мне, вот сюда. Давай. Мушрум. И я выберу на этот раз, наверное, спайдера. Выберу. Я не могу тебя найти, Скитлз. А я в мушрум зашел, просто там мушрум. Там. Я там один. Это Клок Тава. Точно один. А, вот, вижу мушрум. Так, сейчас я... И напиши сразу людям, пускай они зайдут на мушрум, потому что, ну, так, наверное, будет побыстрее. Вот если людям пишешь, то они более-менее хоть реагируют на это. Так, все же, перебью тебя. Хочу купить на глазах своих подписчиков карту, показать этот процесс, как он происходит. Если заинтересовало, то зайдите на версию моего видео. Да, и можете смотреть. Посмотреть, как карты, в общем-то, покупаются. Вот у меня тут написано Total 13, то есть у меня 13 побед на счету. Ой, как-то Я покупаю Янг карту, если я не ошибаюсь. И вот мне написал в чате, что я разблокировал эту карту. И мой счет, вот тут написано 13, но это баг. На самом деле счет слетает. 3. Да, и остается 3. Вот так вот. Так, стой, я помню туда. Так, мне сюда. Нет, тут карта. На паркуре путаюсь. Карта прикольная, на ней особо сильно тащу, но... Я что-то даже не понимаю, откуда у тебя столько этих очков. Стой, о, смотри, куда я залез. Где ты? О, да ты великий паркурист. А теперь все, я запорол, по-моему, это все. А нет, стой. Нет, ты вовсе не запорол. Но дело в том, что этот паркур в гребаное ничего. Ну да, потому что я залез на эту голову или что это. Вообще не пойму даже, вот что это. Куда ты можешь запрыгнуть, это на вот эти вот две штуки. Да, да, ну я уже забил на это. Какая-то штука непонятная. Нет, что-то к нам никто не идет. Да, вот нас как-то никто не любит. Мы же где-то минут 18 снимаем. Да. Ну, я думаю, там поменьше, потому что, может, еще там готовились и все дела. Давай. Ну, заходите, люди. Что вы так нас игнорите? Подписчики скитлсы. Ну, давай, может, выйдем, давай посмотрим. Может, там кто-то ждет тоже. Сейчас посмотрим. Вот вилладж. Сейчас пустая. Давай поищем карты, где уже... Вот, человек, например, ищет карту. Здесь один. А здесь случайно не лаги, потому что, ну, не знаю, я вижу. У меня, кстати, тоже какие-то лаги. Вот везде лобби и везде пусто. Просто. Не знаю, такого, мне кажется, не может быть. Не, на самом деле... О, смотри, Зент, один человек. Где? Да, вот сюда вот. Я за... Как раз, ты... зашел? Нет. А, Зент, вот. А, все, там четыре. Блин, черт. Сейчас ну, выходи. Ты успеешь выйти? Вот, да. Один. Незер, подожди. Может, это... Она, нет. Нет, тут один человек. Там как-то Незер что-то там. Так, Незер Фортерс. А, Незер Фортерс, да. Все. Я увидел. Карты выучил? Ну, я так стараюсь учить, но, в принципе, более-менее. Ну, Night Dragon я уже знаю, как она выглядит. Так, что-то она... тут в чате. О, давай, ты один остался, ты сможешь зайти? As the Fortress? Да, быстрее, ты один остался. Есть. Ты зашел? Да. Отлично. 30 секунд, я выбираю опять же спайдера, потому что я за него еще не играл. Помогите. О, я вылез. Все, выбираю своего любимого кактуса. И начинаем. Там уже... 15 секунд, наверное, осталось, да. Все, 15. Это как визором круто быть. А, это не сказал мне. Ну ладно, я буду за всех пока пробовать. Всё-таки. Вообще можно поменять, успеть еще. Не-не-не, все-таки буду всех пробовать. Потом уже разберусь, кто получше. Но пока мне понравился визор и скелет. Не знаю даже, кто из них лучше. Ого, паук быстрый. Ни черта. А он может по блокам? Он травит хорошо. А ну я по блокам-то могу влезть? Травит. А у него только меч, да? Понятно, отравляющий. Скитлз, а может давай ради интереса повоюем вместе? Ну, то есть, чтобы все прямо по-честному так. А, хочешь, то есть, ну, по-честному все. ДМ, да? Ну, окей, давай, все. Теперь я не знаю тебя, ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Будем. Да. Я что-то вообще не разберусь, где кто. А, вот он ты. Ай. Я такой быстрый, что не я по тебе не попадаю, не ты по мне. Да, кстати. А, вот, а ты меня бьешь? А ты что думал? Ой, что лагает? Это Блейз. Прибежал. Меня подожди, я сейчас умру. А-а-а. Я успею его ударить. Я успею вас всех ударить. Я вроде кого-то там ударил. Ты меня убил. Так. Блейз. У него лагает или у меня лагает? Не знаю, ну в общем я его... Я, кстати, тоже лагает. Вот странно, FPS подвисает и очень... Нет, у меня с FPS, кстати, все нормально. О, смотри, он меня убил, и я его убил. О, все, я убил. Я кого-то слил. Блейза. Не-не-не-не-не-не, Блейз. Вот никогда не любил Блейзов, даже в Майнкрафте. Вот сейчас есть время им отомстить. Есть шанс. О, 2 хп еще. Что из зелья попало, сейчас всем будет плохо. Я убью вас, лодочник. Все, он меня убил.
Надеюсь, и он сейчас от моего огня помрет. Он сейчас помрет. Вот он, вот он, вот он. Ну, 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 умирай, умирай, умирай. Ай, а, тут два Блейза, поэтому я могу ошибаться. Два Блейза, вот это рекорд. Диск, я тебя убью. Я знал, что ты сзади меня бежишь, но не знал, что ты будешь мне мстить. Да ну хватит. Ну ладно, это честно, честно, ДМ. Ничего против ними. Ты чё? А, вот здесь я. Спайдермен. Так, стой, а куда мне бежать? Куда, 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 куда? Я запутался немножко. Вот карта такая немножко неудобная. Блин, там еще один Блейз. Вон, я вижу. А, твой батл. Ну, я не знаю, помочь тебе или наоборот тебя убить. Ну, скорее всего, буду делать так. Буду делать так. Блин, вот тут... О, я тебя убил? Нет. Или ты просто так-то слился? Ну, я просто живучий. О, он упал. Ну, сейчас посмотрим, насколько ты живучий. Ай-яй-яй-яй. А где ты вообще? А, вот он. Тебя еще... Ай, черт. Черт. Блин, надо как-то... Поменьше геройствовать, потому что у меня одна жизнь осталась. А у тебя сколько? Три. Блин, да ты что такой живучий? Ты профессионал. А ну давай быстро. Я не могу себя назвать профессионалом, но во всяком случае опыт у меня тут уже есть какой-то. Ну да, ты хотя бы карты. Да не, все, я тебя не знаю. Все, пока. Не хочу я пока сливаться. Хочу еще погеройствовать. Так, все, дрифт, CJ. Быстренько. Дакшнс. А где остальные? Все, мы вдвоем остались. Да я не уверен, давай поищем. Давай, подожди, пока не деремся. Если никого нет, то можно начинать. Так, вот, я не знаю, по-моему, никого нет. Но мне кажется, они бы уже выбежали. Нет, там я что-то слышал недавно. Стой. Вот сейчас я посмотрю. Не, никого не вижу, слушай. По-моему, никого нет уже. По-моему, мы вдвоем остались и все. Поэтому нет, никого нет, давай, все. Честный батл. Я убегаю. Ай-яй-яй-яй. Ты меня тоже ударил, да? Я тебя крипером ударил. О, паук. Сейчас поделать не могу, блин. Так, тихо. Спайдер, Скитлз. Ай, сейчас. О, я не знаю, где ты, подожди. Вау, надо текать. Вот он, Блейз. Там Блейз. Там Блейз сидит. Вау, по мне стреляет. Я не знаю, сейчас буду его сливать как-нибудь. Ну, давай его сливать. Подожди, меня не бей. Я сейчас, наверное, от огня умру. Ты его слил? Стой, меня не бей. Да подожди, говорю. Стой, ну все. Подожди, мы его слили? Все. Я не знаю. Да, has lost, там, по-моему, было написано. Все, значит, он проиграл. Давай я тоже жизни... Давай жизни восстановим. Ну, давай. Восстановим и начнем батл. У меня половина. Так. Вон, я вижу тебя. Он так запрятался, захожу, смотрю, он там стоит на шифте. А, он на шифте еще сидел, вот. На шифте сидел. Насыщенная у нас серия получается, ставьте лайки. Да, потому что три игры, ну, всем понравилось, все говорили, что очень мало, я надеюсь, что сейчас такого не будет. Сейчас всем хватит этих три боя. С 5 минут, во всяком случае, уже у меня. Ну, мне кажется, что первые два боя были не очень насыщенные, а вот третий более-менее хороший такой получился. Мы здесь повоевали. Так, ну все, давай, я к тебе бегу, потому что у меня уже почти полный ХП. Я не знаю, как там у тебя, но я буду уже драться. Я уже... А где ты? А вот он. Стой. Ай-яй-яй. Ура, какое-то зелье. Буль. Не надо никаких зелий. Мне весь опыт в том просто, что я люблю зелья собирать. Они очень часто... Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Не, все, пока. О, зелье! Яблоко! Мне показалось, что... Очень пригодилось бы. Мне бы оно очень пригодилось, поверь. Потому что я что-то вообще нублю. Вот не буду каркать, но что-то мне подсказывает, что я сейчас выиграю. Мне тоже что-то подсказывает, что ты сейчас выиграешь. Потому что, ну, судя по моим ХП... Я не буду говорить, сколько у меня, потому что ты сразу спалишь, но... Чё палить-то? Подойти, побить и узнать. Так, сейчас что-то придумаем. Я так быстро бегаю, прикольно. Ау, чуть не упал. Я сейчас тоже кое-что придумаю, знаешь что? Не знаю, но не хочу знать. Жалко. Что ты там делаешь? Тебе там прилетают всякие прикольные... Вау. Что это? Это кара, пойми. Это кара небесная. А подожди, она только на меня будет охотиться? На тебя она не будет, да? На меня будет. На тебя будет? Она как бы не знает, что я ее создатель. А, ну хорошо. Это радует.
Так, стой, ты где там? Но я действительно. Но она идет на меня, почему-то. Она очень сильно насыщенная, я сказал. Сейчас, я ее... Ну подожди, хотя бы ты меня не атакуй, подожди, у меня тут с ней батл тоже. Ну что, у меня сопротивление урон. О, у меня сопротивление урон! Ай-яй-яй-яй, зараза! Все-таки она меня... Вау-вау-вау-вау-вау! Блин, да она меня лупит. Неплохо. А, это ты? Да ладно, не надо мне помогать. Не надо мне помогать. Черт, не получился мой план. Не вышел, так, все. Текаем. Блин, нет, мне кажется, я сейчас умру. Аделия. А, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас, по-моему, умру от меча. А не Аделия. Что, скорее всего... Ау! Как меня хорошенько-то било. Тебе, кстати, повезло, у меня зелья потихоньку заканчиваются. Потихоньку? У меня их вообще не было. Издеваешься? Чуть-чуть. Я вижу тебя. Ты по мне ударил? Да. Ну, я заметил. Так, надо побегать, пока ты от меня бегаешь, побегать зелья поискать. Поищи, поищи. Так, я не знаю, я буду быстро-быстро бегать по карте и что-нибудь искать. Вообще, когда такое было, чтобы я убегал? Обычно я за всеми бегаю. Ну, редко, конечно, но я убегаю. Но все равно, чаще всего я за кем-то бегаю, кого-то стараюсь убить. Сейчас наоборот. Вау-вау-вау-вау-вау. Я по тебе даже попасть не могу. А ты меня бьешь? Блин, у меня еще и лаги, но я сражаюсь. Ты сражаешь как... Я думаю, я эту серию чуть-чуть нарежу, чтобы вырезать скучные моменты, дабы вам было интереснее. Не знаю, ну, как. Ну, я, наверное, все буду выкладывать. Да, хотя, не знаю, может, несколько первых боев там, может, первые бои даже вырежу. Не знаю, посмотрим. О, как классно я выкрутился. Ай-яй-яй-яй-яй. Я тебя отравил, да? Нет. Отлично. Отравил, что да нет. А вот теперь отравил. А, теперь отравил. Ну, теперь-то точно. Китлс грешник, куда? У тебя, по-моему, жизни, как, ну, я знаю, паук-то отравляет до пол КП, да? Или все? Вау-вау-вау. Черт, я сейчас, ну, сейчас делал, точно. Ау-вау-вау, как ты так по мне? Я кактус. Ой! Есть. Ну-ну-ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ты еще не мертв? Я тебя тут подожду. Да как ты не мертв? Этого не может... Где ты? Нагибатор всея Руси. А где ты вообще? А. Вот я. У тебя есть шанс меня сейчас убить? А где ты был? А, вот ты. Не, я с тобой не хочу. Вау! Вот это я схватил. В общем, это была одна из, наверное, лучших моих серий по Super Craft Bros. Я выживал как мог, но я напоролся сам на меч. Да. С вами были Дрипси Джей, Скитлс. Надеюсь, что вам очень понравилось. Смотрите наши видео, лайкайте, подписывайтесь. Наверное, пришло время попрощаться. Да, ждите новых серий, потому что нам самим нравится, в принципе, это снимать. И если вам нравится, то мы будем с радостью для вас это все выкладывать и вам показывать наши достижения. Вот, ну я, наверное, буду сам, наверное, пока играть, копить на какую-нибудь карту. А вот, сейчас, подожди, вот у меня 0 побед, то есть у меня 0 этих гемов, да? Ну да, тебе нужно выиграть, вот у меня сейчас 4 гема. Понятно, в общем. А смотри, если я покупаю карту, то все мои победы списываются, то есть с этого дневника? Списывается только то количество, сколько стоила карта. Ну то есть понятно, у меня было 13, сейчас 4. Угу, ну, я понял, все. Понятно. Ну, наверное, прощаемся с да, вами. Да, на этом все. Подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.